Всем привет, друзья! В этом видео я хочу поговорить. О предстоящем, собственно, месяце карантина. Сделаю видео по свету немножко таким атмосферным. На самом деле месяц это очень много, и как бы будет тяжело. Уже в принципе нечего смотреть на просторах интернета. Но у меня появилась цель — это достичь какого-то успеха в музыке, освоить программу Ableton. Я там записал какие-то цели себе на телефон, ежедневник, что я хочу, и на Авито там покупки себе добавил. Но на самом деле месяц — это очень тяжело. Сейчас четвертый день или пятый день карантина. И я сейчас бросаю сигареты вновь, потому что вот буквально недели две я уже курю сигареты. Ну, не знаю, зачем начал, потому что 7 или 8 месяцев не курил сигареты, было как-то здорово. А сейчас вот эта зависимость опять вернулась. Но она вернулась из-за моей глупости. Я такой, ну, типа, переживал. Там с девушкой разошелся, переживал. Что-то, да, я думаю, покурю одну сигарету. В итоге это переросло в то, что ты хочешь постоянно курить, и тяжело уже с этим справляться как-то. Не то от одиночества, не то от отсутствия силы воли, которая была раньше. Сейчас вы не поверите, даже начал снимать видео в ТикТок. Но столкнулся с такой темой, что там есть теневой бан, и один аккаунт у меня в теневом бане, а другой вроде как-то там расходится. Поставил прикольный свет вот сбоку. Такой атмосферный тоже получился. Давайте немножко подсветим экран. Да, чтобы не ярко, но был подсвечен. Ну, в принципе, расскажу о планах. Месяц — это очень тяжело. Недавно ходил в магазин, конечно, все в масках, все это страшно, что происходит. Единственное, что спасло, это, конечно, какие-то небольшие сбережения, которые я откладывал там на камеру. Я, собственно, на них сейчас живу, потому что никто мне как бы не поможет, не типа сам разруливаю ситуацию, в принципе. Ну, так всегда в жизни, и это огромный урок, что нужно всегда иметь подушку безопасности, неважно, там, куда-то вы двигаете, ну, там, вкладываете деньги, потому что подстраховать она должна хотя бы там на 10 месяцев, чтобы были у вас какие-то деньги на жизнь, просто на какие-то обычные суммы, чтобы просто жить, там, есть, оплачивать квартиру, что-то такое. Сейчас занялся вот контентом и начинаю разбираться немножко на Ютубе. Ютуб очень медленно, потихоньку, но растет. Пока я не понимаю, откуда эти люди, подписчики, да, вы, собственно. Потому что просмотров у меня так как, ну, в принципе, и нет. Рекламу я не заказываю, да и смысла не вижу заказывать, потому что качество контента, ну, для меня как-то бы слабовато. То есть в топ там ничего не вышло. Хорошо набирает вроде как. Ну, как хорошо набирает? Относительно набирает просмотры. Это всякие связанные с инвестициями, то, что я делаю, у меня плейлист там, попытка пассивного заработка. Ну, а откуда она вообще начиналась, почему я решил создавать контент когда-то, в свое время, до пролива с акциями. Ну вот, на сегодняшний момент я могу сказать, что режим очень сбился, потому что сплю я, получается, днем, а ночью не сплю, и вот записываю либо такие вот видео, либо смотрю
смотрю разные фильмы и столкнулся с такой проблемой, что смотреть особо нечего, потому что много фильмов каких-то таких цепляющих. Кстати, я делал обзор на фильм «Бык». Это очень крутой фильм, он меня впечатлил. Вот, кстати, приятная вещь на карантине. Такой просмотр был приятный. В принципе, ну, мало контента хорошего. Сегодня я читал, ну, слушал аудиокнигу Карла Юнга по психологии. Нужно как-то развивать. Я вообще столкнулся с такой проблемой, что понял, что, ну, типа, у меня есть все возможности, да, для развития своего блога, своей какой-то мечты, также для фотосъемки, видеосъемки, в принципе, да, качественной, ну, профессионального уровня, также, чтобы вести свой блог. Вот у меня оборудована тут, в принципе, вся студия, все, что душе угодно. Ну, как бы для нормальной картинки. Понятно, что можно использовать вторую камеру, но это надо было купить. Я так не успел, вот как карантин, так этот коронавирус все подмял под себя. Но это вопрос времени. В дальнейшем, я думаю, куплю. Пока вот пробую формат. Мне очень нравится читать стихи. И, ну, это какой-то, мне кажется, более интересный контент. Ну, просто, когда ты смотришь свои видео, да, сам, ну, это, наверное, единственное, что мне нравится, и как бы нет какого-то, ну, глупости, типа, впадлу смотреть. Прикольно там переслушать какие-то моменты стихов, какая-то рифма. Ну, в общем, мне заходит. Не знаю, как вам, но мне заходит. Я тоже посмотрел разных блогеров. Ну, много пустого контента, который там, может, безумно распиарен. Я не знаю, как они либо вкладывают огромные деньги, потому что, ну, мало стоящего чего-то, чтобы так запоминалось, да, в голове. Очень мало такого контента. Но зато распиаренных каналов там до 6 миллионов, до 7. Для меня это, конечно, что-то с чем-то. Но, может быть, когда-нибудь я разовью свой канал хотя бы там до 5000 людей. А потом, как будет, ну, будет видно уже. Пока я бы хотел 5000 набрать. Да даже вот 1000 человек, чтобы можно было вести стримы, потому что, ну, мне кажется, это очень прикольно, когда такое вот уединение, и, ну, собственно, ну, ты в таком одиночестве чисто сидишь, хотя бы поговорить с людьми. Что-то какие-то проблемы с чат-рулеткой, я думал поделать прикольных роликов и сохранить стрим с чат-рулеткой, она чуть не заходит. У меня на какой-то сайт зашла, типа чат-рулетки. Но тщетно, там, не знаю, пара человек, походу, сидят, какие-то пердуны. Ну, было прикольно. Было прикольно, но чат-рулетка не работает. Хочу стримить почему-то. Ну, какое-то общение, чтобы было с людьми. Мне уже хочется фотографировать. Также я там, ну, пишу о моделям. Вот готовлюсь к маю. Скорее всего, будут прикольные съемки. Хочется снимать портреты. Я хочу в таком философском стиле, собственно, и снимать видосы, конечно, прикольно. Мне вообще нравится снимать людей, особенно это, ну, лица, портреты, да, либо это на 16 миллиметров, 24 миллиметра. Но у меня 16 миллиметров нет, у меня 24-105 вот сейчас, то, что я снимаю, ну и то, что вот у меня там есть тоже. В основном самый широкий объектив 24 миллиметра. Я все так и не купил, то 16-35 себе в дальнейшем хочу. Вот главные цели пока — это разобраться с музыкой, с каким-то, ну, постпродакшеном, также обработка там видосов. Ну, на самом деле, вот, казалось бы, времени очень много, да? Карантин, делать нифига, на работу не ходишь, да? Но такая лень и вот эта вот качка, она как-то, ну, непродуктивная лень абсолютно. Ты такой, вроде есть возможность, но это то же самое, у меня все оборудовано, да, все есть. Мне кажется, вы сталкивались с такой проблемой. У тебя как бы есть все вещи, да, для того, чтобы двигать, ну, продвигаться, также делать контент, делать что-то клевое вообще. А ты почему-то забиваешь, и как-то тебе
тебе что ли скучно? Скучно, нет вот этого вот такой вот изюминки, не знаю, когда она возникает, и почему, может, это какой-то творческая атмосфера, что раз, и у тебя прям желание, желание, желание делать, делать, делать. Вот у меня также с картинами, картины вот висят. Масло мне написал, потому что у меня было дикое желание рисовать, писать маслом, потому что это детская мечта, собственно. Вот сейчас у меня желание читать стихи, потому что это тоже, ну, как-то здорово, мне сейчас нравится. Ну, опять же, когда я их читаю, я понимаю, что рифма там не очень, и... Ну, в моем исполнении, что мне нужно учиться и речевой, также речь не особо связанная и не особо начитанная, потому что многое я не читал ничего, и как бы это надо постоянно развивать, развивать интеллект, а тут, когда ты деградируешь годами, то тебе ни до чего, в принципе, ни до каких-то рифм или хороших этих книжек. Но сейчас вот я понял, что это, наверное, самое важное, что я упустил. Нужно было постоянно читать, читать хотя бы там, не знаю, раз в месяц одну книжку прочитать. Нет, это даже много. Но хотя бы одно стихотворение в день. Что-то такое банальное. И, конечно, нужно постоянно развиваться, нужно смотреть про культуру, про искусство. Меньше шлака смотреть. И вот в последнее время то, что на карантине... Мне нравится, смотрите, там, пересмотрел все, кстати, интервью таких, ну, более-менее толковых людей, ну, которые могут о себе что-то сказать, о личности развитой, может, они и под каким-то, какой-то маской, да, амплуа, но все равно личность непростая, и, ну, вот также я вот смотрел интервью Шнурова, там, также, ну, очень много разных. А Покрас Лампаса, Шнурова. Кто же мне еще запомнился? Я пересмотрел. Минаев Лайф, вот этого режиссера, который снимал «Бык». Чем-то не запомнил имя. Но меня на самом деле не обижайте, у меня кретинизм на имена, фамилии, там, даты рождения, года. У меня такое. Ну, как бы я это отсеиваю в своей видной голове, что это все второстепенно, и отношусь слишком легко к этому. Ну, вот у меня цели, я даже могу вам рассказать, не знаю, надеюсь, я ее осуществлю. Это вот прокачаться в Эблтоне, делать прямую бочку, глупую прямую бочку, как все сейчас любят. Ну, если я сделаю подобное, что-то это будет прикольно, я так скажу, блин, круто. Ну, вот как я насчет стихов могу послушать у себя на канале, и такой, блин, прикольно, круто. Типа, сам себе респектнуть. Ну, так же вот с прямой бочкой, когда я прокачаюсь в Эблтоне и научусь устанавливать. Я, на самом деле, даже программу не умею устанавливать, но вот с развитием своего канала, то, что вы наблюдаете, я научился там монтировать склейки, как-то какой-то монтаж вот звуков, ну, постпродакшн немного разобрался с светом, как что. Ну, это вот проблема усидчивости памяти, потому что на самом деле много-много надо работать, чтобы что-то доперло. Вот есть люди, которые они прям раз подхватили мысли, и все быстро, четко, а тут как бы приходится много работать и заморачиваться над тем, чтобы это было, ну, достойно, в принципе. И, ну, каждому свой путь. Спасает, кстати, покупка микрофона, звуковой карты, потому что не знаю, что бы я делал на карантине, когда у меня не было этого микрофона. Да хоть какое-то развлечение, ну и развлечение интересное, такое захватывающее, плюс крутой звук. Но я уже смотрю, знаете, себе панограф, это... Ну, стойка панограф, да, получается, нормальную, хочу рот, потому что, ну, я понял уже с опытом, когда ты покупаешь там китайский какой-то штатив, ну, он быстро ломается, и ты переплачиваешь, и вот этот вот стрессняк, когда у тебя что-то сломалось, то ты купил, забыл, да, неважно, сколько это стоит, но, ну, как там, может, он в 3 раза дороже, да, чем китайский стоит. Допустим, если обычно она 1400-1500, там, да, а это стоит 4-5 тысяч, ну вот штатив. Но зато он не будет ломаться, он удобнее, он лучше смотрится в кадре.
Я уже даже смотрю вместо этого микрофона. Но у меня есть такая фишка, также с покупкой камеры. Вот, допустим, я купил камеру. У меня был опыт никакой, да, там я снимал тоже, но у меня мало заказов, просто для себя как бы купил. То, что мечта была, это кадетство. Ну, сам работал, сам заработал, купил. Как, собственно, все, что у меня есть. И, правда, ничего нет. И вот в чем фишка. Ты, получается, и купил я эту камеру, давайте начнем с этого. Я уже захотел А9, да, вот у меня А7R2, я захотел А9 на тот момент, потому что я понимаю, что какие-то фишки есть более прикольные, как-то, ну, более интересная она, эта та камера, и, ну, прям зашла бы получше. Такая вот фишка. Также вот с микрофоном. Че, он мне поработал неделю, да, где-то, ну, пописал мне неделю-две, наверное. Ну, где-то неделю, да, неделю. Сам с собой уже разговариваете. А, неделю поработал на этот микрофон, смотрю обзоры, смотрю, ну, я изначально видел, да, какие-то обзоры, понимаю, что, блин, круто купить Шур на микрофон B7. Или BM7. Ну, Шур, в общем. Блин, потому что он смотрится в кадре круто. И у него звук какой-то такой приглушенный. На самом деле, там можно просто научиться обрабатывать звук, что будет проще, чем копить там деньги или там... Ну, или даже не копить, да, а отдать там за микрофон 20 уже, 1027. Ну, типа, ну, это не тот уровень, с другой стороны. Почему бы и нет, да? Это если тебе нравится, то можешь делать, что хочешь там. В принципе, сам же зарабатываешь эти деньги и вольно тратить. Ну, тем более, я блогом планирую заниматься очень долго, и, ну, это как бы на века. В принципе, мне микрофон тут не нужен, но стойку можно, наверное, взять. Но важнее, конечно, разобраться с камерой и объективом 16-35 уже можно будет как-то делать контент с двумя камерами, это будет прикольно. Ну, с двумя камерами это не потому, что я такой, типа, вот у меня хочу писать с двух камер. Мне даже тупая SSD-шника, наверное, не хватит, потому что файлы очень много весит. А просто потому что, ну, вообще технику, в принципе, даже вот эту вот Соньку, ну, тяжело продать. Либо ты продаешь ее какую-то там, ну, за копейки, то есть в два раза дешевле, чем ты ее купил. Ну, в два раза, ну, это забесит. Купил за 100 тысяч, да, ты продаешь ее за 50. Ну, это уже лучше оставить, я считаю так. Потому что, ну, техника-то хорошая, это всегда жалко такая расставаться. Тем более пишет хорошо. Ну, на край. У меня сейчас, конечно, задача выйти из карантина. Но пока в карантине, вот, развить свою личность, знания, читать книжки, знания, программы Ableton. И что-то я еще хотел. Ну, скорее вот, да, Ableton и, ну, какой-то речь развить. Может быть, начитанность свою. А так, там уже будем отталкиваться от того, что будет происходить в мире, как это все будет нормализоваться. Потому что уже хочется, конечно, торговать на бирже, уже многое понято, и как-то зарабатывать деньги на этом, вести также блог. Ну, знаете, вот в жизни не бывает все просто так. Я считаю, даже какие-то встречи с людьми, все не просто так, и все для чего-то, это какие-то знаки. Но это уже закон, что типа все, что нас не окружает, это все знак. Это можно верить, можно не верить. Но я просто склоняюсь к тому, что все для чего-то нужно. И, конечно, хочется. Ну, такое ощущение, что я возвращаюсь много лет назад. Да, и вот. Ну, у меня в детстве была мечта, я не знаю, я могу вам рассказать, если. Ну, почему бы и нет, да, все-таки моя аудитория, для которой я делаю, да, и для себя, для которой. Ну, для себя такое слово, как бы, за которое я делаю, может быть, кто-то улыбнется, посмотрев это видео, это будет здорово. У меня была мечта играть музыку на сцене. Ну, я не музыкант, понимаете, да, о чем речь. То есть мечта играть музыку на сцене, рок такой, рок-звездой стать. Ну, а по музыкальной части я не пошел, хотя мне уже сейчас 26 лет, и я не играю музыку. Но кто знает, что будет. Вот у меня есть Ableton, и звуковая карта, микрофон.
Ableton — это все инструменты. А, вот что я на самом деле забыл, да? Получается, прокачаться в Ableton — первое, читать книжки — второе, и третье — научиться играть на гитаре. Я вот постоянно что-то забиваю, там стоит гитара, надо научиться на акустической, там пару аккордов, и запишу песни. Я думаю, вы зацените, кто посмотрел этот ролик, вы зацените, я выложу на канал какой-то там Ляписа, наверное, я верю. Называется песня. Самую простецкую, там, простым боем, потому что для меня это будет фурор, если научусь играть на гитаре. Это будет безумно круто, и я такой, ох, наконец-то я смог, типа не все еще потеряно. Такой маленький плюсик для своего эгоизма, для своего эго. Ну, это будет здорово. Ну, стараюсь там из карантина, в общем, какие-то плюсы для себя находить, потому что так можно отчаяться. И ничего, это урок. И вот, главное — подушка безопасности, ребят, потому что у нас все нестабильно, непонятно, как вообще происходит. Ну, вообще в стране так сложно достаточно. Не то я не доучился там где-то. Не то сложно в стране. Это уже вам решать. Но чтобы себя как-то обезопасить, нужно иметь какие-то средства, конечно. Потому что, ну, это тяжело очень жить. Да. Ну что, спасибо за просмотр данного ролика. Я думаю, он был прикольным, хотя бы интересным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь там, пишите комментарии, что вы хотите увидеть или там, что можно разыграть. Ну, я разыгрывать не очень хочу, не те масштабы, но лучше напишите, что хотите увидеть в следующем ролике. Спасибо, пока.